Актода. Так, я всех приветствую на канале Актода, и это бонусная серия, скажем так. Заключительная бонусная серия. Мы здесь сейчас выполним квест последний. Возможно, еще побегаем, поиграемся, погуляем до часу, скажем так. Так, здесь Зарда мы сейчас найдем, будем с ним сражаться. Я все-таки в прошлой серии не успел пройти тут до конца, потому что если так посмотреть по карте, то тут много чего нужно сделать еще на самом деле. Так. И в принципе можем побазарить тут со всеми. Тоже интересно будет. Так. Этого мы завалили, нашего главного чувачка Логана. Так. Точнее, он на нас напал и, в общем, отхватил люлей. Сам виноват, в общем-то. Так, нам надо найти что-то на похавать. Так, супец, например, да? Давайте на семерку супец. На семерку супец. На пятерку давайте что-нибудь. То есть, грехов опускатель. На пятерку. Так, а на... ноль, давайте консервы. Можно было хоть что-то пожрать, да? А, ну у меня, в принципе, восстановлено хп. Так, вот Зардом. Ну, посмотрим, может, еще и отца его завалим, там, и так далее. Сейчас будем всех тут искать, находить. Их будем валить, крошить. Так. В общем, я хотел следующую игру пройти Resident Evil, но его не взломали, поэтому... нифига не получится. Я именно про версию, которая дополнение. Поэтому не получится. Так, пятерка. Единичка, тройка, ноль. Четверка. Восьмерка. Семерка? Семерка, да. Вот так вот все просто. Не знаю, зачем это нам надо вообще. Давайте за Ардом болтать. Он тут сейчас своих друзей приведет, наверное. Грязных. Как ты меня нашел? Я научился понимать тебя и твои планы. Тебе известны мои планы? Да, но тебе не удастся занять место первого Элексатора. И кто же меня остановит? Ты. Не забывай о мутантов, которые мне служат. Это грозная сила. Подчинись. Или ты умрешь. Так. Давайся за Ардом. Почти все твои мутанты мертвы. Остальные скоро последуют за ними. Только моя смерть будет иметь значение. Или смерть моего врага. Твое время вышло, за Ардом. Смирись, если хочешь жить. Это мой выбор. Я сохраню тебе жизнь, но только если ты уйдешь и никогда не вернешься. Я уйду. Но помни, Джакс, рано или поздно мы еще встретимся. Что, реально что? Ты помнишь, как ты был силен, когда еще был Альбом? Когда-нибудь я заставлю тебя осознать, от чего ты отказался. Придет день, и ты будешь молить меня о пощаде. Блин, я хотел с ним сразиться. Новый уровень. Выполнен великий план Зардама. Новый уровень. Так, что у нас там по левелам? Ни хрена себе так. Можем стойкость прокачать. Ловкость прокачать. Хотя стойкость нахрен не столько стойкости. Давайте лучше ловкость. Ловкость и какую-нибудь, не знаю, там, хитрость. Можно пушки прокачать уже. Так, ладно, с Зардамом мы как-никак, но разобрались. Вообще, на стриме я тогда его валил. Здесь была кучка монстров еще. Вот, наверное, вот эти как раз твари. Это твари, небось. На жопу. Это твари. Ни хрена себе у меня дома. Видите, за изгоев проходить такое себе. Логан тебя типа, пытается потом завалить. Ну, не знаю. Ой, еще циклоп. Охренеть, сейчас он меня выстрелит своим мега крутым лучом смерти и все.
Да нет, сколько. Что ты, конечно, не знаешь. А, хер тебе. А! Молодец, не попал. Все, готов. Видите, легко валим циклопов уже. Конец игры. Так, давайте посмотрим, что у нас тут следующее. Оральд. Калакс есть, кстати. Калакс, Тарек. Торальд. Давайте с Торальдом мы в конце побеседуем. Ну, не в конце, а перед... Перед Калаксом, перед Торальдом этим. Ой, блин, Тареком, то есть. Так. Долго загружается игра. Загружаются текстуры, вон, видите, вообще жесть какая-то. Что? Ой, ой, а чё тут за хрень? Чё тут странники напали, типа? Охренеть. Видите, не зря я, походу, спас Лесси. Как бы на нее вот эти уроды напали, видимо. Охренеть. Тут, короче, специально под конец засунули до хера монстров, чтобы, ну, было чем заняться. На самом деле, это не очень интересно, валить этих монстров. Поиски, извините. Блин. Знаете, я промахнулся. Да ты чё не помер-то? Я как небас какой-то играю. А, ты кому насрать? Давай вот так. Вот это, на это тебя не помер. А, блин! Чё ты не попал? Ты же раскрутился. Знаете. 6 опыта. Можно консервы сожрать. Давайте сожрём консервы. Дадли. Ну так неплохо смотрится, да? С таким оружием. Ну, походу, это самое топовое оружие, блин, в игре. Проходи. Ему вообще насрать, что я спас мир здесь, Магалан. Хотя, на самом деле, я его еще и не спас. Второй части будем спасать. Это что за чел? А, Райли, кстати. Давай торговать. Мы время тянем просто. Так, что можно тебе продать? На самом деле, до хрена что можно продать. Можно почитать тут всякую хрень. Так, где вообще это все? Так, это понятно. О, когти всякие, зубы. Ланги. Новый панцирь. Жвалы. Лапы ящера. Железа. Кость. Нужно было... О, глаз циклопа. Сердце тролля. Потрошки. Сырой эликс. Ох, ни хрена себе, у меня сколько сырого эликса. Откуда? Чем лучше ты вооружен, тем лучше подготовлен, по минимуму слову. Да. Да-да, я пытаюсь тут, пожалуйста, проходи когда-нибудь в другой раз. Магалан наш прекрасный дом. Каркалана всем нам. Да, идите вы с каким-то каланом. Изменения происходят не только в Саакоре. Абесса тоже стала полем боя в этой войне. Гибрид меняется. Он поглотил ману и теперь мыслит по-другому. Он стал стремиться к миру. Так что, война с Альбами закончена? Не совсем. Многие из них еще не считают, что нас ждет впереди. Не знают смысла. Надеюсь, что скоро наступит мир. Это лишь вопрос времени. Хорошо, тогда нам надо сделать все возможное, чтобы дожить до этих мирных времен. Надеюсь, с тобой все в порядке будет. Слуга Алоиза. Давайте вон с этим уродом поговорим. Рагнаром. Хотя не, Рагнар вроде нормальный чел. Не думаю, что он меня захочет завалить. Уж не стражник, пошел работать. На работу вышел. Раз в ночь.
Я слышал, что на Ледяной дворец совершено нападение, и что за этим нападением стоишь ты, это так? Да. Это хорошие вести для всего Магеллана. А что с гибридом? Гибрид жив, он общался со мной и готов к переговорам. План скитальца с маной сработал. Мана меняет гибрида, у него появляются чувства. И теперь он готов к переговорам со свободными людьми. Вы сможете найти возможности для сотрудничества. Значит, это правда. Это больше, чем все, на что мы надеялись. Теперь благодаря тебе мы стали свободными. Берсерки у тебя в долгу, твое имя не будет забыто, когда мы вернем Магеллан к прежнему состоянию. Да славится твое имя вечно. Так, опыт получен. Задача Рагнара. Так, давайте дальше. Вильям. Вильям теперь главный, походу. Логан помер. Вильям, я думаю, меня не завалит. Ой, да что за тупость? Эти какая игра баганая. Текстуры не прогружаются. Можно купить Эликс. Эликс? Только если тебя закинуться надо. Док у нас тут лучший всякий меч. Эликс все что угодно подмешивает. Можешь хвалить и не бояться, что альбом станешь. Док, он знает, для чего на самом деле Эликс нужен. Он вообще единственный, кто так поступает. А преобразователь альбов нам всем поможет обрести свободу. Ух! Ты не боишься альбов? Боюсь, мать твою, да я от них срусь кирпичами. Я же не идиот, я жить хочу. И здесь многие боятся не меньше. Они к преобразователю и к Эликсу даже близко не подходят. То есть они делают за нас всю работу, они поставили свою машину, мы получаем Эликс, освобождаем свой разум. Ты, наверное, герцог рассуждает, иначе зачем он бы позволил тут оставаться? Он ждет, пока Эликс будет готов, а потом мы их закачаем взрывчаткой, чтобы их клочья разнесло до самого Ксакора. Тебя не беспокоит, что преобразователь отправляет людей? Срал я на них, тупые придурки, сами виноваты, что попались. Идиоты. Скажи мне про это место. А что ты хочешь знать? Что, по-твоему, должен знать? Ну ладно, с чего бы начать? Ты слышал про Бакстера, кровавого Бакстера? Раньше он всем тут заправлял. Бакстер сделал форт таким, каким ты его видишь сегодня. Раньше тут были сплошные развалины, груды мусора. Схожее место под солнце пустыни. Но Бакстер видел дальше всех. Лучше всех. А еще он был садистом, беспощадным ублюдком. Превратил помойку в золотую жилу. Что случилось с Бакстером? С ним случился герцог. Герцог и его семья. У герцога были люди, связи, оружие. У бестии его сеструхи были мозги. Она нашла все уязвимые места в обороне и привела людей герцога прямо туда. Бакстеру пришлось свалить. Где он сейчас, не знает никто. Скорее всего, поток где-то в пустыне. Но при герцоге, в общем, живется сносно. Перечить ему не стоит, и его людям тоже. Тогда все будет хорошо. Расскажи мне о его людях. Для начала, его близняшка-бестия устроилась, она тут неплохо, но, по-моему, ей скучновато. Присматривает, планирует всякое, но ей вечно не имется. Да и не вздумай к ней лезть без реального повода. Она терпеть не может болтунов. Любит только людей, которые дело говорят, то есть про осколки или про драки. Есть еще кузнец герцога Вильям. А кузен, то есть, блин, строит из себя. Эти любимчики, Хлоя, Блейк, Большой Джим и Дикий Боб. Только не вздумай Боба в глаза называть Диким Бобом. Когда ты к нему обращаешься, он для тебя мусорный барон. И тут как они зарабатывают осколки, значит, мы все зарабатываем осколки. Еще про планы много говорят, как сделать форс со всем крутым местом. А альбы на нас нападают, клирики воруют все, что плохо лежит. Я так думаю, мы готовы и Кузькину мать показать. Такие вот дела, достаточно? Это было раньше... Надо было раньше это читать, скажем. Я брал мои осколки, оставь меня в покое. Да и хер с тобой, чувак. Собрал и забрал. Так, давайте к Вильяму пойдем. Так, неплохо поболтали тут. Хотя герцога уже в живых нет. Так, Вильям спит там, отдыхает. Эй, ты, нам надо поговорить. Чего ты хочешь? Ходят слухи, ты видел гибрида или в Ледяном дворце. Эти слухи ходят и не уходят. Обычно так бывает, когда люди говорят правду. Это правда. Если только это правда. И если человек, убивший гибрида, не начал раздумывать о том, что мы еще ему... чтобы сковырнуть ему Магелланом. Гибрид был заражен маной, теперь он трудится для нашего общего блага. И для твоего тоже. Так можно доверять этой твари, она была ненормальной, дополнительно кормили. Тебе придется с этим смириться. Не думаю, что мне это понравится. Куда проще будет, если ты не выйдешь отсюда живым. Ой.
Изгоев Форте считают вас своим врагом. Охренеть. Чё они такие злые-то стали? Видите, им вот это не нравится. То есть я могу всех изгоев завалить? Охереть. Я изгой. Меня валят. Охренеть. Вот. Вот ради чего надо было пройти за изгоя. Я выбрал не ту. Не ту дорожку. Не по той дорожке я пошел. Ну все, он жопа, блин, урода. Я буду злым. Ай, блин. Жри, давай быстрее. Жри, сказал, жри. Сейчас меня убил. Ну все, мне жопа. Мне жопа. У меня нету ни хрена зелий. Пошли уже сразу. Дебилоиды, исчезните. Ну давай, я берсерк. Вы прилюдно совершили убийство. Я могу, кстати, пострелять. Вот, да? Кто, Вайер? Ах ты, падла, блин! Иди! Падла. Вайер. Да их всех завалить, наверное. Вот чем мы, походу, займемся. Это как в первом ГТН старый лагерь разносили, да? То же самое. Что-то герцог не просто так. Меня напал, падла. Тут они все против меня были. Смотрите, кто-то зелененький тут есть. Эй, ребята, вы тоже против? А, им похеру. А тебе не похеру? Ему не похеру. Мне не похеру. Жопа. Остряк. Вы прилюдно совершили убийство. Да всем насрать. Точнее, изгоем не насрать, а мне... Вот вам и бонусное прохождение, скажем так. Бонусный. Бонусная серия, будем сейчас их убивать. Так, чувак. А, ты хороший. Тебе надо дать поспать просто. Тебе тоже. Ладно, торговцы здесь добрые. Ну-ка, док меня тоже будет валить, не? Дикий Боб точно нападет. Дикий Боб точно. Ну, погнали. Думаю, уроды тоже на меня бы напали. Лучше сразу первым нападать. Идите вот сразу, уроды. А-ха-ха! Так, что там за хрень, блин? Да тупизм. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну снова сейчас начнет стрелять говном. Кто пострелять? Кто можно опыта заработать? И Эликса. Вот я изгой, на меня нападают изгои. Вот что за хрень вообще? Как такое может быть? В принципе, мне так казалось, что изгои не самые такие стрёмные, блин. Самая стрёмная тут группировка. Ну, типа как бандиты, блин. Охранитель дока. Дуган. Док, ты тоже против? Не, док вроде зеленый. Нате. Не, док вообще насрать, да? Так, док, давай мы сейчас тогда сделаем кое-что. Так, эликсовое питье. Так, вот этих две штучки. Этих 15 штучек. А выпьем. Где мое эликсовое питье? Крепкое тоже. А, у меня вот целебное есть, кстати, на пятерку можно. Я забыл про это. Пьем все эликсовое питье. Так. Это хитрость. Ловкость. Поднимем ловкость, хитрость. Так, что док скажет насчет этого всего? Он что-то не хочет со мной разговаривать. Блин. Вот дерьмо. Кто хочет со мной поговорить?
Так, мне надо грехи. Достать мои грехи. А у меня есть кофе. Иди сюда, урод. Да вы все против меня здесь. Я знаю. Да чё вас не убить-то, а? Падла. Изгойка. А тебе насрать? Типа, ты не хочешь на меня нападать? Странно. Наверное, на меня стражники только будут нападать. А крыса будет нападать, интересно? Вот этот урон Гун нападает. Падла. Крыса не будет. Ох ты, блин! Охренеть! Ёлки зеленые. Телохранители все нападают. Ай, ё-моё. Fight together. Forever. Fight together. Давай, пей зелье, блин. I'm going forever, блин. Fight together. А! Ну все, мы плохо. Охренеть, как тут завалить. У меня такой пушки, блин, нет. Там не, вроде была где-то ракетница. Кстати. На тебя вылез. Охренеть, и второй вылез. Оттуда же. Второй туда же. А-ха-ха! Да идите вы в сраку, уроды! Бум, forever, блин! Угела. Инфайт угела. Дерьмо, а не игра, блин. Этими уродами не повоюешь. О, давай так, кстати. Мне это не надо. Это дерьмо. Это, походу, надолго. Кто-то сообщил о моем преступлении. Охренеть, вообще. Молодцы, ребята. Красавчик. А! Да идите вы сразу. Большой бип. Большой бип, где ты? Ой, боб, то есть. Бип-бип. Бип-бип. Да! Минное поле. Я здесь мастер. Я здесь всемогущий. Давай, Кая, вали. Видите, как надо позвать. На тебе, падла. Сгойка. Вот эти телохранители какие-то шизанутые, блин, ребята. Физики. Заехали за ролик. Ёлки зеленые. Да идиоты вы! Ай! Выпить зелье. Они сильные, да, я не спорю. Охренеть, а чё они против меня-то? Они же за бестию, типа. Типа бестия — это моя лобестия. Не за меня. Хотя, может, и нет. Потому что она уже не за меня. Так, я уже переспал, типа, с Кайей, да? Может меня убить, наверное, за это. Да иди сюда, еще дикого жима завалим. Оба. Бобика. Охренеть, бутылка с водой. Болты. О, говнище тут не собираем. Че, вы тоже, ребят, хотите отхватить, не? Эрин. Эй, тебя здесь разыскивают? Немедленно к Марш Уильяму. В смысле, он вообще-то мертв. Иди в жопу. Что за бред вообще? Тут сообщил о вашем преступлении. Да быть такого не может. Крыса, ты что на это скажешь? Тоже нападешь? Ой, крыса против меня. Урод, а? Уродец, блин. Ну, прощай, крыса. Сак. Отдайте мне крысу!
Да иди ты, блин, дерьмо. Охренеть, тут вообще жесть какая творится. Я просил, чтобы ты проверил Жигу, моего сборщика. Так вот, я проверил. Либо ты ошибся, либо в этот день он играл честно. Поэтому что перед этим он меня обманул. Но не волнуйся, я тебе уже хуже думать не стану, а с ним разберусь. У меня для него есть особое поручение. Удовольствие. Эти крысы не помер? Что, в крысу стреляешь, что ли? Ай. Ай. Эй, да он сам напал, Айк. Ты чё? Да идите вы в жопу, блин, дебилы. Дебилоиды, блин. Оливер, там ешь что-то не то. Крысы же не нападают на меня. Урожай недовольство. Люди совершили убийство. Блин, что этот урод вылез, кстати. Большой Джимми. Большой Джимми я уже валил. Я его и так добью. Опа. Что, я его убил? Ладно, мы, наверное... Ну, не всех тут завалили, но... большую часть. Дебилоидов этих. Изгоев. Так что за изгоев лучше не играть. Не предатель. Крыса снова упала. Решили убийство. Убили крысу. Да. Тоже хочешь, Жига? Жига не нападает. Синди. Недовольство. Не все недовольны мной. Кого еще можно убить? Это вы так завалили туза. Пику, туза или кто-то. Туза и пику. А, ну с той стороны точно же есть еще большой Билл. Большой Джим. Кто-то сообщил о совершенном вами преступлении. Кто? Эй, Бипи. Большой Бип. Я перед тобой в долгу, спасибо за помощь. Рок. Ты за меня? Have a good day. О, она мне пожелала хорошего дня. Так что, не все против меня. Ай, твою. Ой, ёлки. Кто я против меня? Ой, ну, Астелик заберем. Ёбаный. Ёлки. Хозяин таверны, дай мне эликситую сумку свою. Сражник ищут. Так, ладно, ребята, я постреляю немножко. Я сюда. Альпа. Ой, ты не херел, урод. Стой. Блин, давай. Перезаряжай. Макс. А Макс мне не вернул деньги, урод. Эликсит. До сих пор. Падла такая. Кая, давай, добивай. Дайте мне все сумки эликсита. Все ваши сумки сюда. Да ты чё на меня нападаешь? Лисы. Тоже захотел помереть. Ну, помирай. Мудачьё, блин. Теперь я царь здесь. Как я хотел это сделать. Завалить тут всех. Кроме одного чувачка, которого зовут Изгой. Ты очень хороший чувак, ну извини. Прости. У нас геноцид Изгоев. А, блин! Нихера себе. Они, походу, услышали, что я тут правил геноциды. Напали на меня. Ну ладно, сейчас я вам устрою, ребята. А так можно? Это что за херня? О, вот это вот. Взрывом сейчас. О, да, да, кстати, прикольно. Ух. Да иди ты. Я так умею. Так умею.
прикольно, да? Я научился вот так делать. Ой! Кто стрельнул? А, блин! Вот падла. Гоняемся, гоняемся. Теперь я за тобой буду гоняться. Стражник мертв. Чё тебе какая? Как тебе такой расклад? Покурим немножко. Курнем и дальше пойдем. Все. Перекур. Ладно, этих я не буду валить, они вроде нормальные. Так, вот, кстати, мне должны заплатить. Чувак, стой, назови себя. Я командор Джакс. Командор Джакс является альбом. Невозможно, обнаружена ошибка. Идентификатор системы не найден. Запуск программы уничтожения, блин. А я хотел правду рассказать. Нет пропуска, выполнено задание. Извини. Но пропуска нет. Точнее, уже есть для меня. Ну, кто-то еще бежит. Кто же хочет? А, это резак. Прощай, резак. Был хорошим недругом. Так, надо тут еще всех завалить. Я здесь, наверное, дружелюбные должны быть. Ну, кроме стражника вот этого, который здесь должен быть. Да? А Хэнк злой. Хэнка мы убьем. Да мне насрать вообще. Давай пиво забираем. Самогон. Да, я схочу и забираю. Ты чё? Вы не стерели, уроды. Это мое место, все. Все. Товар мой. Как он называется? Забыл. Тавр. Весь самогон забираю. Бухать будем. Пивасик еще. Как я хотел это сделать в начале игры. Только сейчас под конец смог. Они сами напали. Блин. Да и пошел ты в задницу. Вот. Кент мертв. Как тебе такое? Что ты там делаешь? А, предатель Берсерк? Ты получил свои деньги, я усвоил урок. Доволен? А, ну понятно. Где танцовщица? А, точно. Я же выполнил задание. Чувак, привет. Грейся дальше. Так, сейчас этого еще большого жопа завалим. Все. Ну, кстати, у него здесь... Я хотел у него здесь стыдить тоже. Пиво. Мое пиво. Теперь это мое пиво. Вы что-то на меня собаки, что ли? Ох ты, блин! Дикий Боб! Я тебя могу теперь называть диким жопом. Дикий жоп. Иди сюда, дикий жоп. Что? Прощай. Дикий жоп. Гаечный ключ получил. Теперь я дикий жоп. Боб, то есть. Все, я теперь дикий Боб. Клоняйтесь мне. Ну какая, давай, приступай. Процедурки. А хотя нет, там подсвечивается. Ладно, пока не будем. Потом. Потом за кадром. Так, что у нас тут? Они спокойные, дружелюбные. Ну, вас трогать мы не будем тогда. Кто-то сообщил. Кто сообщил? Тут все остались дружелюбные. Так, ладно, у нас тут время уже поджимает, да? Давайте потихонечку дальше продвинемся. Интересно, клирики тоже на меня нападут? Тоже скажут, что я сумасшедший. Так-с. Идем-с. Вот, фаркнул. Так, есть новости из Ледяного Дворца. Сообщают, что гибрид больше не представляет угрозы. Должно быть рад. Надеюсь, это положит конец всем конфликтам. Не хотелось бы, чтобы нашим врагом теперь стала одна из других группировок. Гибрид жив, но теперь он будет служить свободным людям. Служить свободным людям? В это трудно поверить. Он поглотил ману, и она его изменяла.
Ману, эликс, который берсерки преобразовывают с помощью растений, и это вещество изменило гибрида? Да, теперь у него появились чувства и способность эпатии. Этот план придуманы берсерки? Это просто невероятно. Это в самом деле хорошие новости. Весь мир узнает твое имя. Да защитит тебя Калан, твое имя не будет забыто. Нахрен это твои осколки, я все равно уже игру закончил. Понимаю, зачем? Хотя я бы прокачался бы. Мне качаться тут походу негде. Ну, кстати, я здесь же могу прокачаться. Давайте здесь прокачаемся. Тавр великий. Хочу стрелковое прокачать до конца. Если я, естественно, смогу. Где этот уродец? А, он спит что-то? Формах. Так, вот, стрелковое оружие, ура, я могу получать стрелковое оружие. Изучены все воинственные навыки. Так, отлично. Так, и я бы еще прокачал вот те навыки. Те навыки, это Burn. Even Burn. Say. Even Burn to like. Так, где этот урод? Что, здесь что ли? В доме? А, точно, спят все. Ничего меня... Так, да, вот этому. 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 Вот, все навыки выживания. Отлично, что еще можно прокачать? Кажется, больше нечего качать. Можно к Синди зайти. У меня осталось 3 навыка всего лишь. Я не думаю, что я смогу там все прокачать. Ну так, ачивки небольшие сделали. Она тоже храпит здесь. Книжный червь. А, ну я же говорю, тут говно какое-то. Ну давайте друг животных. Его защитника. Смысл? Ушат харизму. Давайте, он ремесленное дело. Книжный червь. Пофиг. Говно какое-то прокачали. Так, что тут еще у нас? Здесь можно побазарить. Здесь побазарили. А, ну, в принципе, да, тут. Дельта реки. Что за дельта реки? Что за дельта реки? Так, ну давайте тогда лагерь в центре пока что. Ну, я тавр уничтожил. Там остались только свободные изгои. Вот, я приготовил это для тебя. Получилось отлично, вкус совершенно превосходный. Ну хорошо, буду ждать с нетерпением. Непобедимый гибрид, всесильный, всезнающий. Когда-то я принимал это на веру, теперь знаю точно, гибрид обладает огромным могуществом. Он поведет нас в будущее. Гибрид изменился, и теперь ты увидишь разницу. Твои успехи впечатляют. Ты рациональный, целеустремлен, у тебя острый ум. Я вижу в тебе, командор. Я вижу в тебе, командора Альба, каким бы ты ни был когда-либо. Для тебя еще не все потеряно. Так, потом мы хорошо сработались. Он ко мне нейтрально относится, блин, урод. Я циклопа для него завалил, а он... Что за странное мясо? Я помру, если его съем? Холодность плюс один. Его плюс два. Я стал более холодным. Из Сакура поступает очень странная информация. Можешь рассказать, что происходит? Гибрид жив, но баланс сил сместился. Гибрид будет действовать заодно со свободными людьми и поможет нам изменить будущее. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто Альбы внезапно решили стать нашими друзьями? Альбы по-прежнему высылают патрули, я видел их всего пару часов назад. Да, и ты должен прекратить сопротивление, только гибрид и его избранные переживут то, что нас ждет. Позаботься об обороне лагеря, грядет буря, и мы должны выстоять. Какой еще буря? С кем мы сражаться будем теперь? Способности гибрида превосходят способности любого из нас, он предвидит опасность, которая угрожает всему миру. Ты ему веришь? Да. Ты избрал меня лидером Истока, теперь ты должен принимать мои любые решения. Да, и это совсем не странно.
Мне страшно, но я так понимаю, выбора у нас все равно нет. Должен сказать, я всегда знал, что тебе под силу разобраться с происходящим. Я понял это раньше всех. Исток был создан, чтобы стать твоей базой. Знаю, в грядущей буре мы будем на твоей стороне. Учи меня чему-нибудь. Teach me. Как можно со всеми поболтать? Корни. Корни, не хочется мне базарить. Если я назову герцога? Ладно, давай уже займёмся делом. Он мертв. Главное, чтобы ты понимал, в какое ты вляпываешься дерьмо. Ты это сделал? Этого случая Альба больше нет? Нет, гибрид все еще жив, но он сдался. Ты мог решить его судьбу? Так почему ты не прикончил эту тварь? Похоже, ты оказался покрепче, чем герцог, твою мать. Холодный, жесткий, эффективный. Это ты настоящий Альб. Видите, ей не особо понравилось. Удивительно, чего может добиться всего лишь один человек. Ты одолел гибрида. Вероятно, тебе удалось научить его эмоциям. Интересно, что будет теперь, раз уж у группировок больше нет общего врага. Они могут объединиться. Чем станет гибрид? Это любопытно. Но что, если бы не случилось дальше, ты вошел в историю Магеллана? Логическое понимание того, что происходит вокруг тебя, это цель, заслуживающая усилий. Проще понять мир, когда видишь, когда, как он на что реагирует. И именно мир реагирует на тебя. А ты, похоже, постоянно учишься. Многие из твоих решений кажутся логичными. Хотя я замечал, что многие люди достигают цели, несмотря на импульсивные и иррациональные действия. Так, кто следующий хочет побазарить? Ну, конечно же. Том, милый Том, нет. Дурас. Из заблудшей овцы вырос волк. Ты, конечно, не берсерк. Ты одолел гибрида. И что же будешь делать теперь, зайдя так далеко? Ты позволишь свободным людям жить в мире? Да, гибрид поможет нам убедить остальных альбов. Твоя храбрость спасла этот мир. Весь Магеллан у тебя в долгу. Я склоняю голову в знак благодарности от лица всех свободных людей. Разум и логика, но ни чести, ни настоящей гордости. Ты понапрасну тратишь свой талант. Ты забыл о чести. Ты должен быть воином и настоящими талантами помогать свободным людям. А ты действуешь по-другому. Как думаешь, неплохая команда? Он меня обожает. Так, Том не хочет со мной разговаривать. Так, а где еще что? Джонси есть. Джонси. Этот чел будет разговаривать? Мужчина срать, видимо. Ну ладно, давайте тогда поговорим с этим челиком еще. Харли. Ну вот, ты своего добился. Добился же, правда? Да, я одолел гибрида. Да, я изменил гибрида. Но пройдет еще какое-то время, пока он не смирится с новой ролью. Ролью защитника Магеллана. Не знаю почему, но с первой же встречи я верил, что у тебя все получится. Да ладно. Ну, если совсем честно, то при первой нашей встрече я подумал, это что еще за придурок? Ну, ведь, как вышло, оказался нормальным парнем. Не только выиграл войну, но и о простых людях позаботился. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, ты в порядке. Рад слышать. Лучшего комплимента ты от меня не дождешься, придурок. Да. Обосрал так обосрал. Так, ну давайте тогда дальше вот сюда. Обойдем просто. С Торальдом, с Китальцем поговорим, но он сам не такой. Мне не нравится это место. Да мне тоже, но можно, в принципе, немножко пострелять. Все равно есть еще свободное время. Второй полос. Вот проверить. Дамаг, видите, немножко увеличился. Быстрее, Валя. Это было зелень накрафтить, кстати. Ну-ка, ребята. Не стреляйте, пожалуйста. Сзади кто-нибудь нападет. А, пошел ты в сраку, урод! А, блин! Давай, выпивай. Бухай. Зелень. Я тебя спас. Немножко сражаемся. Так.
Не сказал бы, что альпская броня, она типа такая прям супер крутая. Все равно валят быстро. Один хрен. Небольшая прибавка в 7 брони всего лишь. 7 брони против таких врагов еще на высокой самой сложности — это ничто. Вообще ничто. А у меня 6-е чувство точно, я поэтому вижу врагов в карте. Ладно, погнали к Торальду. Тальцу. Может, по пути кого завалим еще? Ну, в раскорячку тут. Мобы. Там курица, блин. Боевой колос уничтожен. Кто-то его уничтожил. Может, я уничтожил. Не помню. Что возможно? Так, мне куда идти-то, блин? Я же правильно иду, правильно. Ну, правильно, да, вот туда. О, курица, давай еще завалим. Я же завалил тогда эту курицу, нет? А, у меня патроны закончились. Ё-моё. 30 патронов всего лишь. О, полетел пернатый. Пернатый ледоклёв. Урод. Оливер лежит, спит там. Отдыхает, малыш. Так, дронов, наверное, этих уничтожил, может, Логан, кстати, с этими парнями. Скорее всего. Торальд остался здесь, на охране объекта. Этих уродов мы тут повалили всех. Не знаю, зачем вот эти вот баллисты или что это, не знаю. Нахрен вообще поставили, не работают. Отлично, оборона альбов уничтожена, но нам еще многое предстоит сделать. Все кончено? Ты смог заставить гибрида принять ману? Я сделал это. Точно, как ты хотел. Для гибрида настает новая эпоха. И для нас тоже. Мана уже изменяет его. Тогда мои труды были не напрасны. Я был прав. Да, у гибрида уже начались проявления эмоций. Теперь он будет защищать свободных людей Магеллана. Но вот что касается альбов. Альбы едва ли согласятся с тем, что время подошло к концу. Многие из них по-прежнему будут тащить Эликс на север в надежде достичь новой ступени эволюции. И пока они не прекратят это дело, стычки между нами неизбежны. Самое главное сейчас, что мы сможем наконец-то поверить в будущее, что мы сделаем его таким, каким хотим. Боюсь, этого не выйдет. Гибрид собирает Эликс, чтобы подготовить Магеллан к появлению нового врага. То они прислали к нам комету, а теперь летят сюда, чтобы захватить наш мир. Так вот, что им двигало. Он еще что-то говорил об этой угрозе? Сколько у нас времени до их появления? Он не сказал, но в лучшем случае несколько лет. Да, время станет нашим врагом. Мы должны научиться всему. Ты доказал нам, что сообща можем преодолеть все, что угодно. Ты и дальше будешь вдохновлять нас на борьбу. Нам нужна твоя помощь, чтобы защитить Магеллан. Надеюсь, придет время, я буду сражаться бок с тобой. Береги себя, мы еще встретимся, друг мой. Блин, так быстро же говорят, я не успеваю это читать, но... Ну, стараюсь. Такие слова бывают дебильные, блин, всякие. Так, кто это такой? А, берсерк, я думал, Беррик какой-то. Беррик, Берберик. Так, забираем эту весь хлам, не знаю зачем. Охренеть, тут сколько боевых роботов. Сколько? Ой, блин. Кстати, бегать начал. Ты чё? Это кто? А, изгой. Изгой пришёл мне. А, скорость на моей стороне. Сейчас быстро сейчас прикончу урода. Ёбаный. Сильные приемы. Бомба-атака с суперсильными ударами. Есть еще изгой? Изгои уроды.
Здравствуйте. Аду. Торрент. В Берсерке нормальный, оказывается, видите. Так. Едоклюва завалили, ледоклюва. Пройти здесь небезопасно. Да, кстати, уже время подходит, надо портоваться уже сюда. С Тареком поговорим. Тарека уже зовут или как? Терек? А, все готово, машина начала работу. Будущее совсем рядом, еще немного и мы получим обещанное вознаграждение. Я полагаю, ты готов к изменениям? Да, наконец-то гибрид возведет нас всех на новую ступень эволюции. Нет, гибрид поглотил ману берсерков, он меняется. Ману? И эта трава его не убила? Он изменяет его на благо всего Магеллана. Теперь в ледяном дворце многое изменится. Но если ты говоришь правду, тогда наше будущее не предопределено, как утверждал гибрид. Ты прав, мы возьмем будущее в свои руки. Нашим братьям придется измениться. С этого дня мы должны будем сотрудничать со всеми жителями Магеллана. Это наш единственный шанс уцелеть. Потом мы начнем строить планы и восстанавливать Ксакор. Мы должны позаботиться о том, чтобы Зардам, этот предатель, не смог больше нам помешать. Зардам ничем не сможет вам помешать, он мертв. Признаюсь, я недооценивал твои способности. А что он соврал, кстати? Когда мне доложили о том, что ты был казнен, я решил, что с тобой покончено. И даже когда появились слухи, что ты вышел, я сомневался, что ты вернешься. Любой другой в твоем положении не выжил бы. Или сдался. Но то, чего ты достиг, ты определил и будешь дальше определять судьбу нашего мира. Я буду на твоей стороне во всех грядущих испытаниях. Все для Альбов. Все для Альбов. Вердек и Зардам предали нас всех. Вердека подкосили его собственные слабости. Зардам попал под власть эмоций. Он верил в себя больше, чем в директиву. Хуже того, он совместно спланировали они все это, блин. У Зардама не было другой цели, кроме как занять твое место, стать первым Алексатором. Вердек хотел стать основателем династии, оставил наследие после нас. Но мы его дети, не его дети, мы даже не в Сокоре родились. Вердек забрал у берсерков нас детьми и старался сохранить это в тайне от тебя. Значит, несовершенства Вардека проявились еще раньше, чем я думал. Сказал нам, что я был прав, сомневаюсь в тебе. Я вырвался на свободу, а ты по-прежнему служишь гибриду. Твоя сила внушает уважение, но ты слишком отклонился от истинной цели. И в этом твоя слабость. Ты предал своих собратьев. От урода. Как мне? Почему он? А, во. Где, кстати, этот калакс? Тут, что ли? Тобой все в порядке? Чем ближе я к гибриду, тем сильнее у меня болит голова. Гибрид что-то сделал со мной, чтобы я не мог до него дотянуться. Это был чип в твоей голове. Когда ты пытаешься меня убить, ты уничтожил чип. Пытался меня убить, ты уничтожил чип, и он перестал меня контролировать. Когда ты не знал, что твоя атака позволит мне добраться до гибрида. Ты бросил ему вызов? Это значит, война закончена? Пока да, брат, но мы должны готовиться к тому, что нас ждет впереди. Скажи, чем я могу тебе помочь? Тебе следует оставаться здесь, в ледяном дворце. Не все поймут, не примут изменения, которые пришли. Тебе придется уничтожить всех, кто против нас. Значит, конфликт продолжается. Мы должны выиграть эту битву. Мы должны готовить людей к грядущей борьбе. Пусть будет так. Ложись на меня и сделай все, что должен. Знаю, вместе мы сможем спасти наших людей. Говори командора Джакса. Война закончилась, но за ней последовал еще больше. Более масштабный конфликт, и каждый, кто принял в нем участие, писал историю собственную страницу. Дурас воспользовался предоставленной Галиэтом возможностью, превратившись со временем могучего и благородного воителя. Это уже как в готике. Третий. Счастливое стечение обстоятельств и мудрость судьи позволили Дурасу избежать наказания, дав ему второй шанс. Рагнар, правитель Галиэта, смирился с тем, что убийца Аскара бежал. Дурас сохранил как свою жизнь, так и свободу. Алоис, вице-регент купольного города в Абессии, всю свою жизнь вел то одну войну, то другую, казалось, ему никогда не обрести покоя. Власть над купольным городом принесла Алоизу, если не покой, то хотя бы цель в жизни. Он сознал, что его ждут тяжелые решения, которые не принесут ему народной любви.
Алоис мало кому доверял, с подозрением относясь даже к самым приближенным лицам. Он был вынужден балансировать между интересами многих своих подопечных, выбирая. Алоис правил купольным городом, покуда хватало сил до самой своей смерти. Блин, я не успел дочитать там. Для тех, кому удавалось завоевать его расположение, Фальк оказывался ценным, внимательным и заботливым союзником. Он, кстати, не человек, да. Продвинутый искусственный интеллект в человеческом обличии, Фальк был создан как боевая машина, однако лучше многих осознавал, что значит быть человеком. Что правда, то правда. Со временем Фальк нашел себе спутников и сопровождал их в путешествиях и боях. Мало кто, впрочем, смог стать ему настоящим другом. Вождь Рагнар до последнего вздоха оставался преданным своему делу, защищая Дан и надеясь возродить Магеллан с помощью сердец мира. Конрад до последнего сохранял верность клирикам. Бадабума оказалась не бомбой, а огромной боевой машиной, которую он планировал обратить против изгоев. В смысле, я же его убил. За свое предательство, совершенное во имя Игнадона, Конрад поплатился жизнью. А, ну вот, видите. Эликсаторы сумели захватить власть в Ледяном дворце в первую очередь благодаря политике гибрида. По слухам, после того, как эликсаторы захватили власть в Ледяном дворце, первый эликсатор Тарак остался верен директиве лишь по приказу гибрида. Хотя в стенах Ледяного дворца бушевали споры, мало кто сомневался в том, что Магелланом должен править Ксакор. Междуусобные распри в Ксакоре продолжались, многим альбам было суждено погибнуть к тому времени, как все смирились с новым положением дел в Ледяном дворце. На первый взгляд Аркса можно было принять за неудачника, отвергнутого Ледяным дворцом. Его поступки, однако, выдавали недюжинную силу и острый ум. Возможно, поедание плоти действительно помогало Арксу найти вдохновение для работы над трудом всей своей жизни. Так. А дальше? Это все, что ли? Как же Кайя? Джакс? Верховный блюститель и предводитель клириков в кафедральном соборе Хорта в Игнадоне, Ульбрихт. Ульбрихт целиком и полностью посвятил себя избавлению Магеллана от преобразователей альбов. Битва за Игнадон стала не просто сражением за контроль над Хортом, цитаделью клириков. От ее исхода зависела судьба всего Магеллана. Долгие годы после гибели Ульбрихта в битве с альбами клирики Игнадона славили его как освободителя свободных людей. Да, он помер. Торальд, духовный лидер берсерков Торальд, большую часть времени жил в одиночестве, оберегая свой покой. Торальд, создатель законов берсерков и большой знаток Эликса, стал опасным врагом для альбов. Джаксона, правильно. Несмотря на провал эксперимента с Эликсом, который должен был переломить ход войны, Торальд продолжит борьбу вместе со свободными людьми Магеллана. Это понятно. С помощью Джакса Торальд смог претворить в жизнь свой план остановить гибриды и положить конец жертвам свободных людей в преобразователях альбов. Джакс, некогда преданный командор альбов, присоединился к изгоям Тавара, найдя среди них поддержку и новых друзей. Союзники помогают ему. Уильям продолжил править изгоями Таварского форта до самого конца войны. Чего? Я его убил. Решение, принятое Джаксом в Ледяном дворце, сделало его врагом Уильяма и всех изгоев. Теперь посещение форта для него опаснее, чем когда-либо было. Говорят, что герцог Таварский завладел престолом, взяв форт Шурумом и свергнув предыдущего правителя с помощью своей сестры Бести и двоюродного брата Вильяма. Власть и прибыль — вот все, что волновало Логана. Тавер теперь принадлежит ему, и никому он не позволит покуситься на свою вотчину. Герцогу пришлось не по душе решение Джакса начать сотрудничать с гибридом, и вход в Тавер ему был навеки заказан. Возможно, чтобы удержать изгоев в узде, Тавару был нужен столь жестокий правитель. Однако, несмотря на все заслуги Логана,
вряд ли кто-то оскорбит его. Этот дрон, подобно прочим машинам, для многих был простым механическим слугой. У его владельца, впрочем, на этот счет иная точка зрения. Корниу 4. После того, как все его системы были приведены в рабочее состояние, дрон Альбов отправился за Джаксом в земли свободных людей, не покидая его ни на миг. Обладая доступом к практически бесконечному запасу энергии, эта машина на многие годы переживет тех, кто когда-то ее создал. Отступники выступали против элексаторов, но они оставались альбами, и о союзе с свободными людьми речи быть не могло, Систак. Ну, дальше что? Несмотря на проблемы с дисциплиной и дрянной характер, сестра Логана Бестия – опытная воительница и добрая душа. Я бы так не сказал, что-то она на меня нагнала. За штурмом форта и восхождением герцога стояла его сестра Бестия. Это она помогла брату покончить с нищетой Таварской пустыни. Война с альбами легла тяжелым бременем на плечи Райнхольда. Впрочем, и после войны ему пришлось нелегко. Противостояние двух братьев закончилось в заснеженных северных горах Абессе. Справиться с Калаксом было нелегко из-за управляющего чипа гибрида. Сложно сказать, сможет ли он когда-нибудь отправиться от такого вмешательства. Вроде он живой. Не судите Каю по первому впечатлению. Нервозность и могущественная магия срывают теплую и заботливую душу. У нее причины отталкивать людей. Есть причина. Со временем Кая узнавала все больше об Эликсе. Чем сильнее она сближалась с ним, тем могущественнее становилась. Важность Каи в борьбе против альбов становилась все яснее и яснее. Лишь ей одной была открыта истинная природа Эликса. Объединившись со своим избранником Джаксом, Кае удалось обратить свое могущество против альбов и защитить свободных людей. Джакс согласился с планом Зардама, надеясь с его помощью пробраться в Ледяной дворец. Предательство Зардама в конечном итоге сделало его заклятым врагом Джакса. Падла еще та. Некоторые считают, что Зардам несет ответственность за провал экспериментов Торальда с Эликсом. Его появление сразу после взрыва слишком подозрительное совпадение. Рэй удалось избавиться от охотников за головами, которые его преследовали, пусть и не без посторонней помощи. Этот изгой в очередной раз нашел выход из безвыходной ситуации. Рэй знал, что сбил глайдер Джакс и чувствовал себя в некотором роде ответственным за все злоключения командора. Когда его брат был спасен, Рэй внезапно проникся чувством ответственности за судьбу свободных людей. Неожиданно для всех он посвятил себя противостоянию альбам. В последней битве Рэй принес себя в жертву ради свободных людей, дав Джаксу шанс проникнуть в Ледяной дворец. Его историю будут пересказывать еще долгие годы. Тяжкий труд на благо Ксакора и во имя будущего альбов оценили по достоинству. Со временем Вардок занял место при дворе Ледяного дворца, а его семья вошла куда-то там. Решение Вардока, отца Джакса и Калакса, двух уважаемых полевых командиров альбов, примкнуть к отступникам стало для многих неожиданностью. Предав обоих сыновей, Вардок сбежал в горы, чтобы избежать отмщения. Желанная власть ускользнуть от него, обратный путь к Ледяному дворцу, не повезло ему. Странствующий по землям, который раньше видал лишь из кабины глайдера, Джакс встречает свободных людей. До недавнего времени, объединившие усилия с гибридом, Джаксу предстоит вести Магеллан в будущее. Но это совсем другая история, и вот в следующей части мы узнаем. Поиски ответов на эти вопросы привели Джакса к осознанию будущего. Совсем скоро судьба Магеллана снова круто переменится. Несколько лет спустя Магеллану предстояло встретить новую эпоху. Ну, тут уже понятно, что будет вторая часть, но она уже есть. Задание выполнено, будущее Магеллана. И Селикс гибриду. Ну все, наверное, у меня нет заданий больше. Так что
что все, мы прошли игру, можно гибриду сгонять, попробовать, посмотреть, что он там скажет, если он что не скажет. Докинзу, Адамсу, какому-то там. Чокин-покин, Докинс. Покин-покин, Пукин-чукин. Так. Давайте интеллект на двоечку покачаем. Не знаю зачем. Мне просто интересно поговорить. Так, какая где? Я что-то не понял, куда она пропала. Может, можно с ней побазарить, типа, о будущем. Думай о будущем. Ладно, в Эликсе втором уже узнаем, что там дальше. В принципе, я уже знаю. Гибрид. Что нужно делать, чтобы подготовиться к прибытию тех, кто следует за кометой? Скажи, и я это исполню. Я готовлюсь к тому, что грядет. Машине понадобится время, чтобы переработать весь наш Эликс. Я знаю, у тебя остались незавершенные дела. Разберись с ними. Закончи все, что нужно в этом мире, пока он не изменится непоправимо. Когда ты с этим справишься, мы начнем строить будущее. Кто станет новыми владыками планеты, прибудут уже скоро. Твоя задача подготовить магланцев к их появлению. Я могу убить гибрида, не? Блин, жалко. Ну, на этом давайте закончим, в принципе. Довольно-таки интересную игру, тут даже концовку не такая неплохая, скажем так. Не в каждой игре можно продолжить игру, скажем так, в конце. Как GTA-шка какая-то, да? Всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал. Следующая игра, наверное, Восхождение на трон Валькирия будет. Потом уже Эликс 2 будем проходить. Вот всем пока, удачи и от плода. Не болейте.